любимая. Какая замечательная погода, правда? Друзья, правда хорошая погода? Да, погода замечательная. Самое то сходить в поход. Да, где наши детишки? Алло, вы где? Ау, дети, вы где? Карамелька, компот, кожик, вы где? Весело, да костер развести и все дела. Вы пока погуляйте, а мы с папой все это сделаем. Хорошо, мама. Давайте, давайте что-нибудь придумаем. И смотрите, ничего не ешьте. Тут много-много плохих грибов. Ю. Давайте что-нибудь попробуем. Я вообще-то голодный. Не плачь, компот. Мы сейчас покушаем что-нибудь. Вот, смотрите, красивые грибочки. А папа же сказал, кушать ничего нельзя. Да папа просто сказал, чтобы мы сначала руки помыли. Пойдемте руки помоем, поедим. Ну пойдемте быстрее, я уже голодный. Ну пошли, пошли. Ой, все, руки мы помыли. Пойдем покушаем. Я хочу первый. Ну пробуй ты, а мы посмотрим, потому что мы не такие голодные. Ага. Ты большой или маленький, большой или маленький? Да я большой, значит я большой всем. Как? Вкусно, но горько. А горько всегда полезно. Так мама говорила, когда доктор нам давал плохие пилюли. Я наелся. Ой, что такое? Ой, ой. Что с тобой происходит? Что за шум? Не знаю, в животике. Ой, 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 что-то мне плохо, мама. Чего, дорогой? Иди сюда. Ой-ой-ой, тут ты плохо. Мама, мама, скорее! Чего случилось? Мама, компот съел гриб, ему плохо стало. Какой гриб? Да он тот с точками. Ты что? Это же мухомол, его нельзя было есть. Папа, ты где? Я здесь, дровишки несу. Бросай дровишки, бегом сюда. Бросил, что случилось? Что случилось? Компот, что с тобой? Мне плохо, папа. Что произошло? Он съел мухомор. Да ладно. Ты зачем? Я же сказал, ничего не есть. Папа, папа, мы думали, ты сказал нам, чтобы сначала руки помыть, а потом можно было бы есть. Я говорил, что здесь плохие грибы. Вы что, дети? Быстро все в машину, быстро к врачу. Да, быстренько все к врачу. Да, мама. Да, иди ко мне, мой сладкий, иди ко мне. Мама, мне плохо. Пойдемте к врачу, быстрее. Быстренько, быстренько на кровать, быстренько. Ой, мама, мне плохо. Ложись, сыночек, ложись, ложись. Отдыхай. Сейчас мы врача позовем. Мне плохо. Дорогой, быстрее звони врачу. Говори, мне плохо. Да, братишка. Ну ты вообще, конечно, ты похож на мухомор. Мне больно. Ну сам виноват, кто тебе говорил кушать это грибы. Ой, сами сказали кушать. Ну мы думали, они полезны. Да, а сейчас врач приедет уже, мама звонила. Хорошо, поскорее, мне плохо. Ну сейчас придем. Пойдемте, пойдемте. Так, так, так. Где больной? А вот он, вот он. Мамочка, мне плохо. Так, я доктор. Что у вас случилось? Он съел мухомор. Мухомор? А зачем ему давали мухомор? Нас не было рядом, к сожалению. А он был голодный и все в рот таскал. Зачем ты ел мухомор? Его же нельзя кушать. Ты, дорогой, зачем? Я не хотел, я просто проголодался. Ой, давай посмотрим тебя. Перевернитесь. Так. Сейчас мы тебе поставим уколчик, все будет хорошо. Я не хочу уколчиков, я боюсь. Не бойся, сынок, все будет хорошо. Ну, мамочка. Не плачь. Я тебе дам таблеточку, успокоительную. Ты съешь ее, все будет хорошо. Да, я хочу таблеточку. Сейчас принесу. У тебя твоя кольца поставим. Ну, надеюсь, это поможет. Поможет, поможет. Сейчас схожу за кольчиком. Сначала мы папочку помажем. Вот так вот. Ой, как щекотно. Ничего страшного, ничего страшного. Спасибо. Так, а теперь кольчик поставим.
Ну вот и все. Сейчас постельный режим, и все у тебя пройдет. Согласен? Можно я перевернусь на спину? Можно, конечно. Я надеюсь, тебе полегчает. Полегчает обязательно. Ему точно станет лучше. Да-да-да, обещаю. Пойдемте, я вас провожу. Спасибо. Ой, уже мне плохо. О, эх ты, больной. Ну ничего, врач сказал, что тебе обязательно полегчает. Да, ты только не переживай, мы будем рядышком с тобой. И тебе полегчает обязательно. Ага, а потом пойдем в лес и пить пять нарезок грибов. Так, все, я проводила врача. Он сказал, где-то у тебя через 15-30 минут станет лучше. Хорошо бы, а то я уже не уносим терпеть. Мне кажется, уже немножко лучше становится. Да-да-да-да-да, мне становится уже лучше. Я прям чувствую, как мне легчает. Вообще прям быстро помогает. О, слушай, у тебя пропадают пятна на лице. Да, ты становишься похожа на компота, а не на гриб. Да-да-да, мне легче становится. Мне кажется, или я совсем здоров. Воу-воу, я себя прекрасно чувствую. Воу-воу. Я буду вас не слушаться, я буду вас слушаться! Это хорошо!